страшно. Но мы не знали, как. Зато мы могли смотреть вперед. Мы искали ответа, что ждет нас и что придет после нас. Первый вопрос был, добьемся ли мы своего. Но ответ всегда оставался один. Мы обратились к другому, но одно не менялось. Вы зовете ее Минерва. Потом и она перестала искать и начала говорить. Она воззвала к нам сквозь время в надежде спасти вас. Она скрыла послание там, где никто, кроме вас, не мог их найти. Невероятно. Я устал. Загадки, предупреждения, угрозы. Да что вам надо? Помнишь в числах? И мы были в глазах наших. Пред ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их. А теперь представь, что объясняешь все это двухлетке. Или саранче. Воля богов неисповедима. Так оно и есть. Буквально. Ты знаешь, я убил ее. Убил Люси. Это было яблоко. Юнона. Я знаю. Я видел, что было бы иначе. Я мог остановиться, то есть... Меня принуждали. Но я мог противиться. Я выбрал убить. Дезмонд. Люси хотела предать нас и вернуть яблоко в Абстерго. Я видел, как запускали спутник, как его включали, а потом... Провал. Неважно, что по ту сторону двери. Это на руку Юноне. Надо быть осторожнее. Удачи, Дезмонд. Время ныне тяжелое. И без того непрочный союз короны и подданных трещит по швам. А за сценой тамплиеры
Они по-прежнему дергают за нитки. Они настойчиво ищут власти и контроля. Но как это будет здесь? Кто им помогает? Какие заговоры они плетут сейчас? Я должен все узнать. Есть минутка? Лишь зная врага, я могу его остановить. Взгляни-ка. Что это? Шэн Бэо. Он же дротик на веревке. Его чертеж, в числе прочих, дала нам Шао Юн. Прости. Придется поучиться. Ганадоган? Да, друг мой. Почему ты пришел? Что-то с деревни? Да. В чем дело? Что случилось? Пришли люди, велели уходить. Сказали, земля продана с согласия конфедерации. Нашего посланника не стали слушать. Но так нельзя. Мы не можем идти против вождя, но ты тоже прав. Мы не можем бросить наш дом. Назови имя. Ты знаешь, кто за этим стоит? Его зовут Уильям Джонсон. Где он сейчас? Где-то в Бостоне, готовит бумаги к сделке. Сделка? Это грабеж! Коннор, будь осторожен. Эти люди опасны. А что мне делать? Я дал слово своим людям. Ладно, если ты уверен, что прав, поищи в Бостоне Сэма Адамса. Он сумеет помочь. Что ты творишь? Когда мои люди идут на войну, они вонзают топор в столб в знак ее начала. Когда угроза минует, топор достают. Ах, мог бы в дерево воткнуть. Черт! Поможете мне? Вы в порядке? А вы как думаете? Что случилось? Браконьеры в лесу. Я просила их уйти. Это их ответ. Идемте. Руку нужно осмотреть. А эти негодяи? Потом. Рана важнее. Все в порядке? Да. По-моему, кость не задела. Как вас зовут? Мириам. Ваш дом далеко? Ну, у меня нет дома. Я попала на фронтир еще девчонкой и с тех пор живу здесь. То охотой, то случайной работой. Смелое решение для женщины в этих краях.
Да, верно. Но здесь либо это, либо монастырь или бордель. Лучше уж свежий воздух. Коннор, что ты делаешь? Браконьеров надо проучить. Я видела их из моей будки. Идите туда, и наверняка их легко найдете. Используй Шенбяо, если сможешь. Привыкай к нему. Джонсон обещает открыть для охоты земли Магавка, которую он купил. Если повезет. О, ну! Какой отважный труп! Где вы? Стреляете в людей в лесу? Это у вас так принято охотиться? Нет, я... Хватит. Иди, расскажешь дружкам, что тут случилось.
Спасибо, Ахиллес. Всегда пожалуйста. Почему они вас ранили? Все знают, что здесь много дичи. Я шла за разрешением на охоту и предложила этим чужакам сделать то же самое. Распоряжаться дарами леса я не могу. Вы вправе охотиться здесь, но если поделитесь излишками с другими, я буду рад. Хорошо. Я согласна. Здесь обычно хорошая охота. Да, каждому свое. Слава богу, вы здесь. Пруденс пропала. Еще утром куда-то ушла, и с тех пор ее нет. Я волнуюсь. Вдруг что случилось? Я найду ее. Наш пес поможет взять след. У него чуткий нос. Пошли! Почти каждый вечер она собирает ослинник. Она постоянно жмет из него масло. Не пущу ее больше. В толк не возьму. На кой черт ей столько надо? Наверное, стоит разделиться. Я благодарна, спасибо. Даже думать боюсь, что бы случилось, если бы вы не пришли.
Я полезла за ослинником, а тут вылез этот медведь. Зачем вам ослинник? Ну, мы с Уорреном давно хотим завести малыша. Но все никак. Я читала, что ослинник помогает женщине зачать. Пруденс? Что с тобой, родная? Ничего. Спасибо Коннору. Спасибо, Коннор. Еще раз. Разнимите их! Я же сказал, ты мне не нужен! Послушал бы, и ничего бы не случилось! Теперь я цела. Да перестань же, Господи! Хватит на меня валить! Я же говорил, что нынче не надо было рубить. Так что заткнись. Да перестань же, Готфри. Я из тебя сделаю котлету! Я тебе мозги-то вправлю! Я из тебя сделаю котлету! Пора тебя проучить. В лепешку раздавлю. Я тебя так отметелю.
Я из тебя сделаю котлету! Я из тебя сделаю котлету! Я тебя так отметелю! Давай же! Балло! Тебя только сам напросился! Так и получай! В порядке? Незачем это делать. Да, он просто баран. Он скоро остынет. Надо просто подождать. Все еще злишься, Готфри? Я? Да ничуть. Терри просто вспыхивает, как труд, а я этого не спускаю. В общем, ерунда. Отойдет. Да и куда ему со мной тягаться? И часто вы так? Я как раз Лансу говорю. По нашим ссорам хоть календарь составляй. Так что не волнуйся, Коннор. Хотя спасибо за заботу. Thank you.